Всем привет, с вами Вайт. И сегодня я вместе с Эмпером буду оценивать концепты каравасов. А мы начинаем, погнали! Вот это концепт, очень красивый концепт, да плюс еще такая песня красивая. Ну, я поставлю этого концепта четверочку, а мы переходим дальше. Очень красивый концепт на огненный остров. Поставлю ему твердую четверку, потому что концепт неплохой и музыка тоже неплохая. Но я сделаю ее чуть подольше. Всем привет, с вами Тамплен. Сейчас я попробую оценить концепты эпических карабасов. Ну что, погнали! И первый карабас, которого я оценю, это эпический карабас на острове Небожителей. Сразу скажу, карабас мне очень понравился, очень красивый, но он такой минималистичный, и это делает его прям таким прикольным. Особенно вот этот его шлем викинга с рожками делает его таким красивым и няшным, можно даже так сказать. В общем, мне нравится этот карабас. Второй эпический карабас, это карабас на остров Кости. Карабас мне прям зашел, очень прям. Он такой офигенный, он так сочетается с островом, и цвета, и его тело. И он такой прям весь красивый, тоже состоит из костей. Но к острову он-то явно подходит на 100%, прям красота и красота. И третий эпический карабас, это на острове Света. Карабас, конечно, красивый, такой прям классный, в цветах острова, желтый, и самое главное, что светящийся, потому что остров, это остров Света. На нем много таких желтых светящихся элементов, прям как и на острове. Ну, прям красивый карабас, мне зашел, нравится. Всем спасибо за просмотр, с вами были я, ЕМП. И я, Вайт, всем пока!